Всем привет! Продолжаем рассматривать работы мастеров. Портрет римского юноши. Середина II века. Мрамор 168 на 43 и на 35. Древние римляне считали, что усопший человек становится бессмертен, как божество. Именно этими воззрениями объясняется частое устанавливание на могиле статуи умерших в идеализированном виде. Например, данный неизвестный юноша своей позой похож на распространенный тип изображения бога Аполлона. Стоит обратить внимание на характерную черту древнеримского искусства. Лицо подростка сделано реалистично, а идеальное недетское тело словно приставлено к нему. Этот метод запечатление государей и полководцев заимствуют столетия спустя европейские скульпторы классицизма по всему миру. Можно назвать, например, знаменитый памятник Суворову, созданный Козловским в Санкт-Петербурге. Ну вот такое описание к работе «Портрет римского юноши». Это середина II века, я нашел в интернете. Текст по книге «Великие музеи мира». Пока-пока, до свидания.